тогда я сказал царю московскому, что он нарушает договор между нами и Россией, принимая послов Хмельницкого. Царь грозно сказал: передай своему королю, чтоб скорее войско свое убрал из Смоленска. Что? Что ему ответил мой посол? Я сказал царю, что если он не прекратит помощь Хмельницкому и не отошлет его послов, то мой король объявит посполитое рушение и заставит уважать договор. А царь? Читай! Царь засмеялся. Я ждал этого. Ждал! Он знает, что мне Сейм отказал в посполитом рушении, что у меня пуста казна. Позор! Успокойтесь, Ваше Величество. Церковь заставит Сейм дать согласие, если наяснейший король, разгромив Хмельницкого, поведет войско на Москву. Уничтожим Хмельницкого, а потом откроем сундуки московских князей и бояр. А у них добра много. Потому Польша и падает, что мы ищем добро по чужим сундукам. Сегодня вернулся в Варшаву мой посол из Рима. Наконец!